7 ветеранов СВО из Карачаева-Черкесии примут участие в межрегиональном физкультурном мероприятии «Кубок защитников Отечества», который пройдет 15 августа в Ставрополе. Сейчас ребята готовятся к соревнованиям под руководством опытных тренеров. Алихан Лепшоков далее. Занятие спортом для этих ребят – возможность отвлечься и войти в колею мирной жизни. Сейчас они готовятся принять участие в межрегиональном комплексном физкультурном мероприятии «Кубок защитников Отечества». Для нас очень важно, чтобы наши ребята, которые были на СВО, могли адаптироваться, и поэтому проведение таких спортивных состязаний позволит им проявить себя в спорте и набраться сил, отмечают представители регионального отделения Фонда «Защитники Отечества». Эти ребята, они наши герои, герои нашего времени, если так сказать. С их стороны они не теряются. Вот мы, наш фонд помогает им вернуться в нормальное русло, русло мирной жизни. Это удается, да, за счет увлечения их в спорт. В частности, вот сейчас они готовятся к Кубку защитники Отечества. Наша команда будет представлять команда из 7 человек. Они будут соревноваться по 6 дисциплинам. Это волейбол сити, это основная дисциплина для всех участников команды. Кроме этого, настольный теннис, армрестлинг, пауэрлифтинг, жим лежа, вот я уже говорил, и пулевая стрельба, стрельба из лука. Ветеран СВО Андрей Руденко будет представлять Карачаево-Черкесию в таких спортивных дисциплинах, как настольный теннис, пулевая стрельба и волейбол. Несмотря на полученное ранение в зоне спецоперации, Андрей активно продолжает заниматься спортом. Несмотря на ту ситуацию, которая со мной произошла, спасибо вот этим людям, которые организовались, это мы чувствуем себя, как говорится, настоящими людьми, которые не брошены в этот минуту, в эту ситуацию, как бы, ну, реально вот, помогают нам такими же оставаться, какими мы и были раньше. Тренировки идут активными темпами. Нам необходимо быть в хорошей физической форме не только для участия в соревнованиях, но и укреплять здоровье, отмечают ветераны СВО. Настрой боевой. Вот. Ну, попробуем победить, а там как пойдет. Главное, что победа, а участие. Мне проще ходить после травмы, и удобнее стало. И общение, самое главное, и отвлекает от всего. Совсем скоро наши ребята примут участие в межрегиональном комплексном физкультурном мероприятии «Кубок защитников Отечества», который пройдет 15 августа в Ставрополе. Алихан Эпшоков, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия.